Всем привет из Рима, и в этом видео мы посмотрим, как украсить елку и свой дом к Новому году. Итальянцы украшают свой дом и елку наряжают к Рождеству, но Рождество уже прошло, и многие магазины убирают украшения, убирают елки. Но в России, в наших странах принято ставить елку к Новому году, поэтому у нас еще все впереди. Посмотрим идеи, и так как в прошлом году у нас было только 13 тысяч зрителей в это время, сегодня 54 тысячи, и многие меня просят показать, как же украсила свой дом моя свекровь. И в конце видео я покажу, как она украшает свой дом, покажу, как украсили мои bed&breakfast'ы, и покажу, как украшают итальянские кондоминиумы свои входы. Потому что... И я уже говорила в прошлых видео, что, конечно, итальянцы любят вот эти сухие декоративные ветки, декоративные цветы, много шаров. И елки они украшают, конечно, в одном цвете. Это либо розовый, либо преобладает красный, либо золотой цвет и так далее. И Рождество имеет три главных цвета. Это красный, зеленый и золотой. Очень часто встречались в этом году елки, украшенные просто гирляндой, без мишуры, без игрушек, что и сделала Карла в этом году, но мой муж пришел и сказал: нет, елка должна быть с шарами. И мы поэтому снова уже второй год украшали эту елку вместе с мужем, и очень надеемся, что в следующем году у нас будет своя елка. Очень любят итальянцы еще и банты, видите, красные, также и в золотом цвете, и в серебристом цвете. Такие декоративные тарелки, куда помещаются, складываются шары, шишки. Дальше вы увидите шишки, как я декорировала. Самый дешевый вариант украшения — это, конечно же, шишки, которые можно собрать в парке, купить краску золотого цвета, спрей и покрасить.